break out from society. Пацаны, вообще, ребята, умеете, могете просто. Всем привет, подписчики и любителям уличного спорта. 17 июня в Луганске состоялось первое открытие в ЛНР универсальной спортивной площадки на квартале Мирный в районе Ледовой арены. Она включает в себя волейбольное поле, зона с тренажерами, баскетбольное поле и детская площадка. Look at that big mud streak. Открытие состоит из резиновой крошки. Что, нормально? Нормально все. А? Нормально, говорю, все. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписываемся на канал и будьте в теме с Алекс Тайм.